Добрый день. Прилетели в Турцию. Вот здесь вот первая традиционная остановка всех автобусов, которые отъезжают из аэропорта. Традиционный кошак все время. Вот здесь вот бесплатный туалет, попить кофе, $1 мороженое, какая-то баснословная цена, мы даже не спрашиваем. И все автобусы останавливаются здесь. Единственное, что говорю, туалет бесплатно. Конечно, цены тут запредельные. Чисто так. Ходить тут же. Так что приезжает в Анталию, не в сторону Кемера, а в сторону Алании едет. Здесь всех. Сейчас все в маске, заставляют маску одевать. Можно вот пушка тут взять. О, турецкая. Турецкая. $5 маленькая. Баночка из теста. Сколько? $5. $5 маленький, 0,33. Нет, а. 2 за 8. Большие. Он видал. Прикупить. Ну, уже пивка взяли с собой. Туалет вот это есть бесплатный. Вот. По $2 лаки. Магнитики по $1. Какой нравится, возьми, попробуй. То, что можешь выйти посмотреть. Слышь, как у нас маски вот такие брали. Такую вот прикупить бутылочку. Где-то мороженое по 100 рублей. Ну что, пойдем? Если мимо этой остановки вы не проедете, приезжайте в Турцию. Погода великолепная. Сегодня 23 октября. На улице уже плюс 25, время 9 утра. Все, пока. Ожидаем приезда вашей.